В районном центре культуры и досуга состоялась отчетно-выборная конференция территориального общественного самоуправления «Старый город». Одной из главных тем собрания стало подведение итогов работы организации за 10 лет. За это время сделано было немало. Помощь многодетным и малоимущим семьям, школам, интернатам, спортивным, детским и молодежным клубам и командам. Работа по сохранению исторического облика старой части города, благоустройство общественных пространств. Из последних наиболее значимых достижений «Старый город» выделяет возведение хоккейной коробки на улице Садовой. На улице Садовая мы 8 лет пытались, у каждой администрации мы просили, точнее предлагали за свой счет, своими силами поставить хоккейную коробку для бесплатного катания для детей. И вот все предыдущие администрации нам отказывали. Валерий Николаевич поддержал это начинание, даже помог, там выровняли площадку асфальтом, подняли. И вот сейчас стоит малый олимпийский стандарт. Один из важных аспектов работы общественного самоуправления – тесная работа с властью. Поэтому неудивительно, что на конференции присутствовали представители администрации муниципалитета и городского поселения «Видное». Для нас удобно общаться с одной организацией, которая аккумулирует проблемы, приходит, мы общаемся, мы решаем, мы говорим, спорим, отказываем или даем добро, да, Александр Васильевич, либо-либо, но как бы вместе, услышим вас. Сейчас в организации состоит почти 700 человек. Они решают самые разнообразные проблемы старого города и его жителей. Ближайшие планы – приведение старого города в божеский вид, что называется. Благоустройство улиц, ремонт крыш. Собравшиеся также обсудили актуальные вопросы, утвердили эмблему организации, приняли поправки в существующий устав и выбрали новых членов совета.